Итак, вернул один пакет, это айсбэг, да, то есть тут порошок у нас, мы набираем сюда воды, вернул для чистоты эксперимента, сейчас мы наберем воды и положим, замеряем температуру, и потом через где-то минут 40-50 я сниму еще раз и замеряем температуру повторно. Так, холодной воды наберем. Сильный поток. В прошлый раз вода как-то проще набиралась. Все, набрал. Получился полный пакет. Давайте мы немного его взболтаем. Чтобы там растворилась вся весь порошок, который был. Ладно, все, вложим его в пакет. Так. Замеряем сейчас температуру. Двадцать 2,6. Давайте замерим. Это я для сравнения, сколько градусов раковина. Ну, то есть направил на раковину для сравнения, сколько она градусов. Она чуть теплее. Ну все, оставляю минут через 40. Ну, я думаю, минут через 40. А может там, ну, в общем, чуть позже замеряем еще раз температуру и проверим, охлаждается она действительно или нет. Итак, прошло где-то полтора часа. Он сразу, наверное, минут через 20 я подходил посмотреть. Вода превратилась в гель. То есть видно там, не знаю, на камеру будет, нет. Видно, что она не переливается, а густая там получилась такая. Вот. Но по тактильным ощущениям она не охладилась. Давайте проверим. Стало даже теплее, чем была на 2 градуса. Ну, там полтора. Вот так вот. Так что фишка не работает. И все-таки этот гель нужно помещать в холодное, да, то есть в холодильник, для того, чтобы он охлаждался. И фишка его, что он охлаждается и тогда дольше держит холод, чем вода, чем обычный лед. Ну, как бы это, если логически подумать. Все, эксперимент поставили. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все, всем счастливо, удачных покупок.